опрокидыватель, ливень, отделан дубом, термообработанным дубом. Вместимость его 50 литров. Но фишка не в самом ведре. Фишка вот в чем. Вот здесь три форсунки, из которых выходит одновременно давление происходит воды. И вот этот объем 50 литров воды весь прям на тебя равномерным потоком. Ведро крепится к стенке, оно не переворачивается, оно не ложится, но просто к стенке крепится. И ты стоишь на одном месте, не надо ловить струю, ходя туда-сюда, ой, чтобы на тебя попало. Раз, или правой, или левой рукой. Ручку можно поставить с любой стороны. Мы не продаем, мы производим.